Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Обетование Аврааму о рождении сына. И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом и пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее смеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.